У Никиты Андреевича было все. Любящая жена, прекрасные дети и успешный бизнес. Открытие самого большого ветеринарного центра нашей страны. У нас для тебя подарочек. У тебя каждый день важный, и никогда нет времени на нас. Только он этого не ценил. Поехали, поехали. Никита Андреевич. Ваши снимки будут у него. У вас опухоль головного мозга. Гера! Сколько мне осталось? Ты перепутал все снимки. 1.5-2 месяца. Но иногда ошибочный диагноз может изменить твою жизнь. Ну, Никита Андреевич, за ваше здоровье. Это поздно, Сень. Тогда не чокайся. А это рано. Вам не угодишь. Не понимаю, как Маша будет без меня. Попадется какой-то проходимец. Еще будет воспитывать моих детишек. Я все придумал. Пока я жив, я должен найти себе замен. Какие девушки вам нравятся? Тут такое дело. Мужик нам нужен. Да, и срочно. Ты мне очень нужен, все женаты уже. Мужа еще нужен. Илья – это наша гордость. Он еще не женат. Илюш! Илюш! Мой дом, твой дом. Моя семья, твоя семья. Какой мужик. Был бы я бабой, влюбился бы по уши. Не жена – подарок судьбы. Не храпит, не пилит. А что оно в спальне творит? Как такая женщина может не понравиться, Никита? Мы сделаем из тебя идеального мужа. От создателей «Любовь в большом городе» и 8 новых свиданий. Вашу историю болезни перепутали с другим пациентом. Но что, если заместитель отказывается уйти? Завтра ты разводишься с Машей и исчезаешь из нашей жизни. Мы можем мирно поговорить поближе. Иногда приходится бороться за то, что не умел ценить. Быть рядом не могут люди всегда. Быть вместе не могут люди. Нельзя любить иной. Зеленский, Брежнева, Епифанцев. 8 лучших свиданий. Ну как? Места много, только дороговато. Ну вы же не на один день ложитесь, Никита Андреевич. 3 марта во всех кинотеатрах.